Мы приехали утюг покупать. Отдай мою шапку. Опусти. Сестра не дает зять одеть шапку. Говорит, не симпатичный. Шапки. Время 8 часов, мы приехали покупать утюг и блендер. Раньше никак не получилось. Все время забирают. Нужно по правилам ставить. Давай. Это ты мне говоришь? На кого? Папе? Не знаю, думала, ты с женой разговариваешь. Смотри, что-то ты на мою сторону. 3 километра от того, что у меня... Не ругайся. Вредный, да? Ему не угодишь. Пристав поставил. Не говори, он мне будет учить, куда машину ставить. С ним невозможно ездить. Он будет говорить, куда машину ставить, с какой стороны выходить, куда заходить. Начальник, командир. Ладно, переключимся. Это видео. Не знаю, что это. Да. Красиво, да? Не хочешь? Давайте фотку. Оформление. Это подкаст, детка. Оформление, да, какое красивое? Очень. Кофемолки с это. Нам скоренько надо пощупать. Просто такой запах кофе стоит. Так. Где тут утюг? А, вот утюги, Зай. Мы приехали с Кариной покупать утюг. Наш утюг полетел. И нам нужен утюг. Так. А вот эти парогенераторы. О, вот они. Ой, я, наверное, с этим. Тяжелый сам? Ну, так. Ой, вот я хочу Philips. Вот только... этот прям. Да, только мне единственный цвет не нравится. Ой, а мне наоборот нравится. Да? Подданный на стакан. А мне нравится цвет. Сколько он у нас? 13 990. Кстати, и цена нормальная. Давай его и возьмем, чтобы долго не искать. А вот это что такое, Зай? А это как у Людочки этот. А, ну это в магазин. Я такой не хочу. Не, вот этот вот мне понравился. А этот еще дешевле. Этот за 11. А чем они отличаются? Этот 12, а этот 14. Я сейчас сразу. Мне сразу нужно продавца-консультанта. В принципе, они вроде как одинаковы. А, нет, этот меньше, да, по-моему, Зай? Честно, не знаю. Ты знаешь, мне кажется, тут одна кнопка будет и переплачивать. А, ну, в принципе, тут 2000. По размеру, как я, не одинаково? Одинаково. Ну, вот, видишь, дизайн, это прорезиненный. Вот этот вот больше по размеру. А, абсолютно одинаково. Тут так, вот просто прорезиненный. Продавца консультанта. Okay. Степаняна, там нету консультанта? Позови кого-нибудь сюда. Давай вот этот возьмем. Он сразу нам как-то. Давай. Мне он тоже сразу понравился. Был бы он красный или белый, мне бы он понравился еще больше. А еще вот такую швабру хочу. Но это нужно... Это уже потом. Сразу все не будем покупать. Сегодня купим... А же вот это пылесос. Это влажный... Зачем? Купить круглый вот этот, запустить. Это не махаться, это как швабра влажная. Сейчас включаю камеру, Каринка сразу теряется. Я хочу, она не хочет. Вот так и живем. Что мне нравится, не нравится ей. Что ей не нравится, нет, еще очередное место будет занимать. Тут главное не... Чем? Главное... Не, я просто ни на что не претендую. Полы дома я не мою. Это мне не надо. Поэтому, да. Поэтому выбирать в этом случае она. Может, это чуть-чуть новее модель? Сейчас я вам более точно скажу. Угу. Спасибо.
Вот это более свежая модель. Ну понятно, да. А разница в чем? Сейчас я вам скажу. Здесь стоит... сейчас. 8735. Да, вот здесь стоит автоотключение через 8 минут. Здесь стоит автоотключение через 5 минут. Здесь паровой удар идет 420 грамм, соответственно, больше, чем здесь. Здесь 350 грамм. На машине. Здесь длина шнура 1,8, здесь длина шнура 1,6. Не, давай сразу вот этот брать, да. Все, спасибо, девушка. Это вода имела в виду, да? Пылесосы эти. Да. Только моющие. Ну тут какие хочешь, да, если нужно выбрать. Но сейчас давай купим сначала этот блендер, а потом уже за этим придем. Ну конечно. Мне... Ты выбрала уже? Это, конечно. Форма для выпечки. О, для кекса какие шикарные формы. Это маленькая для кекса, а вот это вот мне прям очень-очень понравилось. И силиконовая. А это у нас что? Ну это тоже формы разные. Это у нас что, цептер, что ли? О, какая тоже формочка красивая. Обожаю вот такие керамические для духовки. И чашка есть, и погружной есть, и еще вот это, да, есть? Стакан, да, конечно. Это для того, чтобы погружной в нем измельчать. Здесь раньше был ресторанный дворик. Карина по лестнице узнала. Ну вот с торгового центра поднимались сюда, и здесь было самое вкусное кафе, да? Вот мы тут. Маленький ресторанчик, кафе. Игротека да, была. Да, и первая в городе была эта игровая комната при кафе. Да. И сидите вот. Да, мы тут столько. Часто, да, мы раньше были, да, Миша? Лолиточку, да, Лолиточку с садика возьмем. С Кариной сядем, тут чай пьем. Не дают мне поговорить. Хочет себе эти Apple Watch. Карина говорит, я тебе на 45 лет задарю. Рассмешила меня зять. Он говорит, на 45 ты мне точно задаришь. ЭКГ сейчас можно снимать на Apple Watch. А Лолита закачала функцию и пишет, только функция доступна с 21 года, по-моему. Мы еще молодые, короче. Короче, сестренка подарит зятю на 45 лет. Да Apple Watch. Просто зятю осенью будет 50. Я тебя на 18. Спасибо, до свидания. Все, добрались мы домой. Карина с Лолитой обсуждают реснички. Лолита наклеила реснички. Я себе тоже хочу реснички нарастить. Мне как-то Люда наращивала, потом я наращивала к одной девочке. С Людой договорилась. С Людой договорилась, да. Так, наконец-то. Мы купили новый блендер. Миллинекс. Не шуми. Это фирму выбирала Каринка. Ну, нам Миллинекс нравится. Фирму и модель. Да. Ай! Я порезалась. А пластырь тут есть? Представь, я об ножку порезалась. Распаковка переносится. Ой, я шучу, конечно. Взяла за это... За ножик. Все, завтра буду что-нибудь дробить. У нас поломался. Я зятю дала, он неделю в машине его возил.
Сейчас уже не знает, где он. Ну, листика. Я просто его взяла за это. За лезвие. Аккуратно. Пардон. Сколько лет ему было? Да? Да. Так, итак, продолжим. Так, купили мы его за сколько? 3500. У меня было 500 баллов. У меня привычка просто такая. Я смс-ки сразу стираю, но телефон чищу. Она говорит, ну, сказала номер телефона, говорит, у вас нету. Ваши баллы сгорели. Я говорю, в смысле? Там на какое-то определенное время дают, наверное, эти баллы. Но она мне их восстановила. Ну, короче, ну, такой вот стаканчик. Лезвия нет, а я сейчас аккуратничать начала. А, вот здесь вот лезвие. Завтра буду что-нибудь... Смузи можно приготовить, у нас ягоды есть. Смузи, вот вам на завтрак смузи приготовлю. Значит, у нас 7:30. Не, не на завтрак. На завтрак. Во сколько? 8:30. Мама. Ларина с таким скорбным голосом. Мама, да, отвезет? А Людочку сразу с собой, да, возьмете? Конечно. Ну, как всегда. Я завтра поеду, короче. Все. Нет, ну и коробка желательно. Вот такая вот красота теперь у нас. Еще мы купили парогенератор. Это можно будет какие-то... Нет. Покупайте, покупайте. Взять хотел. Взять хотел купить. Но мы... Покупала подарки Карина. Да, Карина... Взять. Да. Карина получила зарплату, и мы побежали эту зарплату сразу тратить. Следующую зарплату будем тратить и покупать... Что ты обещала? Пылесос. Она хочет этот... такой вот... Ну я не обещала. Так. Ну, Степанян нас хотел уговорить на большой. Просто для чего нужен? Он нам такой не нужен. Это магазины. У кого магазин? Помнишь, Люда говорит, заберите. А, у Людочка нам хотела отдать свой. Ну, для домашнего пользования он абсолютно не нужен. А что ты? Ты хочешь? Маленькая сидит такая. Ну вообще, у этих парогенераторов не только есть. Ну, еще было. Можно и стекла им делать. Так, наверное, я не с той стороны открыла. Да, не с той. Так, а это что такое пластмассовое? Единственный минус, он не красный. Синий? Синий, да. Я хотела красный. Красного не было в наличии. Ни красного, ни белого не было. Киричка, вытащи коробку. Да. Я это подниму, вот эту коробку. Это для накипи, да, наверное? Так, я присяду. Поставили чайник уже, сейчас будем обмывать. Вот такой он синенький. Как это? Карин. Кругленький. А, кругленький, красивый. А, вот так вот. Там, вот это открывается. Ну, будем пробовать. Да. Мы взяли подороже. Там был... Разница в чем, что на 20 сантиметров длиннее, да, на 20 сантиметров шнур длиннее, и там мощнее. Чуть-чуть он мощнее бьет паром. Так, а, вот так вот. Ну, тяжелый такой, говорит. Для меня показатель, если тяжелый утюг, то он хороший. В остальное я не верю. Он стильный. Стильный? А я красный бы хотела. Конечно. Или красный, или белый. Ну, не я знаю. Я бы черный. Не, черный. Вот был только вот синий. И тот был точно такого цвета был. Синий.
Скажи, пожалуйста, а вот если кнопку каждый раз вот так оставить и не трогать? Ничего не будет. Ну да, оно пойдет. Нет, это уже когда ты закончишь все делать, ты закроешь. Да, даже и не делать ее. Один раз открыть и все. Ну и все, с обновками нас будем пользоваться. Не, я думаю, что если, ну вот, допустим, просто когда ты меняешь там вещи, то нормально, но никогда, допустим, оставляешь уже, прекращаешь. Да, когда прекращаешь. А мне кажется, нет, да блин, Мара бегает, может это сделать, он упадет, дернет там же что-то. Вот это тоже не нужно. А нет, посмотри, оно привязано. Потом что-то собирать. Все, завариваем вкусный чай и будем обмывать чаем. А почему она не притягивается? Ее нужно вот так вот прокрутить. Все, спасибо большое за то, что прогулялись с нами. Спасибо большое за подписки, за лайки. Отдельное спасибо за комменты. Увидимся завтра. Завтра что-то буду пробовать измельчать. Из твоих рецептов нужно к ним серьезно подготовиться. Лолита просит, чтобы я сделала кассадилью. Это что такое? Нет. Это мексиканское что-то? Ну, это лаваш, курицу с овощами. Нет, а что ты хочешь? Я хотела, чтобы ты приготовила то, что я бы присылала киевскую там. А, киевскую котлету. Валит, что ты делаешь, доча? Не надо, не так. Его просто вот сюда кладешь, а я вот так присылаю. Ну ладно, увидимся. Вот, до завтра.